Давай проверим твою реакцию. Только самые быстрые ребята в мире успеют поставить лайк за 3 секунды. Ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Овер, мы сегодня поиграем вместе с вами в замечательную игрушку под названием Happy Wheels. Ребята, я приготовил для вас очень много классных, интересных, прикольных и популярных уровней. И сегодня, я надеюсь, у нас будет мега эпичная серия. Итак, друзья, первый уровень у нас Ball Fall. Смотрите, также, друзья, мы можем нажать здесь Kill Him. Посмотрите, просто взяли, убили Тимми, друзья. Ладненько, ну и давайте проходить Ball Fall. Аккуратненько прыгаем вниз. Вот такие вот у нас футбольные мячики, друзья. Так, аккуратно проходим. Так, друзья, вот здесь уже сложно начинается, но пока что мы с вами справляемся. Это здорово, это здорово. Так, и еще, друзья, больше мячиков, и это даже не конец. Там у нас еще будут вот такие вот мячи, друзья, еще их больше. Посмотрите, буквально под самый потолок у нас забито все мячиками. Аккуратно, друзья, аккуратно проползаем, проползаем. Я вижу уже финиш, ребята, я его уже вижу. И есть, отлично, друзья. Справились мы с первым уровнем, это было не очень сложно. Окей, 5 звездочек, погнали дальше. А здесь, друзья, у нас какой-то роуп свинг челлендж. Ну и давайте попробуем его пройти. Итак, ребята, подождите, что? Ага, все, полети... Ясно. Ладно, друзья, рестартик. И вторая попыточка. А вот это уже здорово, ребят. А вот это уже интересно. Так, выравниваемся. Есть! Со второго раза, друзья. Было классно. Слушайте, классный челлендж. Я надеюсь, он вам понравился. Ну что ж, друзья, Bottle Run. Но вы посмотрите, какие у нас бутылки. Это было написано Big Bottle Run. Я думал, что он будет просто длинный. Но здесь самая фишка, друзья, это в огромных вот таких бутылках. Ладно, поехали. Аккуратненько пролетаем. Господи, что происходит? Вау! Это что? Это что такое? Вау! Что это, друзья? Подождите, это какое-то домино, а мы доедем? О, доехали, друзья. Блин, это был невероятно фановый Bottle Run, шикарный. Так, у меня что-то опять звездочки не ставятся, друзья. Ну ладно, пофиг, погнали дальше. Ну что ж, друзья, а теперь у нас будет классический Bottle Run с маленькими бутылочками, чисто для разнообразия. Поехали! Уу! Аккуратно! Бамс! Ну, это, конечно, было, друзья, полегче, да? Гораздо легче. Блин, я забываю, что звездочки не ставятся. Ну что же, ребят, ладненько, погнали, посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. А приготовил я для вас, друзья, роуп свинг. И мы летим аккуратно. Зацепился. Так, вниз. Одна рука, две. Ага, у меня нет рук, друзья. У меня не осталось рук. Понятно, друзья. Но без рук, как вы знаете, роуп свинг очень сложно пройти. Вот, ладно, практически даже невозможно, что происходит. Вау! Вот это, да, друзья, вот это уровень, так, уровень. Итак, зацепился, хорошо, друзья. Что? Как? Второй раз так же. Ладненько, друзья, пробуем еще разочек. Почему нам там не везет? Так, зацепился, ноги поджал. Как? Я же их поджал, что? Да, друзья, это что-то невероятное просто происходит. Ладно, зацепи... Да, ясненько. Ребята, что это за сложный роуп-свинг? Ё-моё, это прям невероятно, как сложно пройти. Во, хорошо, так, аккуратно, руки-ноги, зацепился. Уу, подожди, куда, куда летим? Воу, на финиш, блин, друзья. На самом деле, он не такой длинный, но почему-то нереально сложный. Ладненько, друзья. Ага, не поставили звездочки. Окей, погнали дальше, друзья. Итак, ребята, Pogo Jump. Это у нас 3D Pogo Jump. Смотрите, у нас вот такие 3D палочки, ребята. Сейчас будем мы это все перепрыгивать. Изи, мы справились. Так, Pretty Bad, хорошо. Так, сейчас мы с этим тоже справимся. Good, друзья, сейчас будем проходить good, а дальше perfect. Ууу, перелетел. Блин, а с 3D, друзья, прям реально классно это все выглядит. Так, перепрыгиваем дальше. Хорошо, погнали. Мастер, ё-моё, ребят. Офигеть, кинг. Хорошо, сейчас справимся. А дальше хакер. Ой, подождите, я поломался, друзья, немножко. Это было угарно. Так, хорошо, хорошо. Оп, есть, давай, ну, пожалуйста. О, отлично, ну еще. Хорошо, хакер. Дальше, друзья, поползли, 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 поползли. И стейдж 3, друзья, еще третий уровень у нас есть. Что? Подождите, тут какой-то высокий джамп. Оу, нифига себе, и как там нужно попасть вот в это впро, друзья? Каким образом просто я должен туда залететь, друзья? Как? Как?
О, это было близко, друзья, но слушайте, о, давай, хорошо, стой, давай, есть, прошли, и последнее препятствие, бамс, ё-моё, ребят, это просто невероятный пого-джамп, я думаю, что за него вы должны поставить большой палец вверх, погнали, ребятки, дальше. Ну, а здесь, друзья, у нас гарпун-челлендж, и мы полетели, а, понятно. Так, друзья, проходим, Ау, я уже хотел сказать, есть, порадоваться, но не тут-то было, друзья. Буквально перед финишем мы не долетели, но вот сейчас, давай, хорошо же, ну почти, ё-моё, как это сложно. Да, друзья, это невероятно сложно, если отцепиться, есть, прошел. Фух, надо было, наверное, сразу, друзья, отцепляться, но я догадался об этом поздно, правда, но все равно за 3 или 4 раза, да, за 3 мы прошли, или за 4, я уже и забыл. Ладно, друзья, погнали дальше. Итак, друзья, здесь у нас какой-то непонятный Пого уровень, друзья, сейчас будем прыгать. Я не знаю, что тут нужно делать. Какое-то странное название, друзья, было. Ладно, подождите, а что нам нужно реально здесь делать? Окей, если мы запрыгнем на черную платформу. Мы запрыгнули, да, хорошо. Так, запрыгиваем, стоп. Что? Куда я попал? Что это такое, друзья? Сломался. Ладненько, окей, рестартик, друзья. Чё-то это было мега странно, друзья. Вообще непонятно, куда мы там с вами попали. Нам нужно перелететь, да? Ну вот я перелетел, друзья. О, нифига себе, так это у нас прям здесь ходить можно? Я думал, это платформа, на которую надо запрыгнуть. Нет, друзья. Оу, сломал, опять сломал. Как так, друзья? Чё это за сложный уровень? И самое главное, друзья, что он вообще какой-то непонятный, странный. Я не знаю, где финиш. Я даже не знаю, что нам нужно здесь делать, друзья. Так, ну я перелетел. Хорошо, окей. Так, здесь аккуратненько, друзья. Как я понял, нам нужно вот здесь теперь, да, будет прыгать наверх, друзья, залететь? Наверх же? Так, хорошо, а куда? А как? Подождите, а как нам нужно запрыгнуть? Нам же не хватает мощности, друзья. Ну вот так вот я прыгнул наверх. Что? Что? Куда мы полетели? Что это такое? Ё-моё, друзья, это мега странный уровень, но мне очень интересно узнать, что же вообще в конце и как его нужно пройти. Так, друзья, ну здесь я уже понял. Хорошо, здесь я, в принципе, тоже понял, но не до конца, друзья. Так, нам нужно... Мы прыгнули как-то наверх, и у нас пол, друзья, как-то пропал. Мы полетели еще куда-то ниже. Стоп. Что? Так, подождите, друзья, как мы полетели с вами вниз? Вот, я подпрыгнул. И вот, мы опять летим вниз. Оу, телепортнулись. Оу, и прям на финиш. Что? Как? Что это за странный уровень, друзья? Блин, нифига себе. Но я люблю такие оригинальные странные уровни. Даже название сейчас не отображается. Это было мега классно, друзья. Я надеюсь, вам понравился такой очень интересный уровень. Ну что ж, погнали дальше, ребят. Ну а в этом уровне, друзья, нам нужно залезть в коробочку. Посмотрите, какое маленькое отверстие, в которое нам нужно пролететь. И это сделать, друзья, достаточно сложно, но я взял монетку, хоть и в коробку не попал, но уровень прошли, друзья, все честно, мы взяли монетку, это здорово. Ладно, ребят, погнали дальше. Итак, друзья, еще один роупсвинг, итак, полетели, он называется Rainbow, радуга, друзья, да, действительно, такой красивый, яркий, оу! Почти долетел. Да, друзья, это будет сделать довольно-таки сложно, потому что там как-то не совсем удобно, друзья, хвататься за вот эту вот палочку, хотя... Оп, давай, и полетели на финиш. Я ж даже зацепился почти. Ладно, друзья, будем пробовать еще разочек. Вот это вызов, конечно, вот это челлендж. Так, будем пробовать. Ну-ка, зацепиться и на финиш. Есть, хорошо, друзья, справились с этим роупсвингом. Это было достаточно сложно, но в то же время очень здорово. Ладно, ребят, погнали, посмотрим на следующий уровень. Ну а здесь, друзья, у нас будет спайкфолл. Итак, полетели вниз. Хорошо летим, плохо, плохо летим. Да, друзья, какой-то он супер длинный. О, ну-ка, по-моему, летим нормально. И стой, есть, как? Как я финишировал? Почему нам засчитало победу? Ну, это, конечно, здорово, друзья, что нам засчитало победу, но это было очень странно на самом деле. Но ладненько, друзья, я очень рад, что мы прошли. Ну, а последний уровень на сегодня, друзья, у нас вот такой вот прикольный. Насколько я понял, здесь нам нужно будет проходить различные препятствия, друзья. Они прям очень разные. Так, мины перелетели, хорошо. Здесь слоу, аккуратно, медленно едем, друзья. Так, Погнали. Мы должны пройти этот уровень. Мы должны его пройти. Итак, гоним. Поехали. Вау! Аккуратно! Повезло, друзья, повезло. Глаз брик.
Так, продолжаем проходить. Оо, ё-моё, друзья, проезжаем. Блин, нам везет. Мы все препятствия прошли не очень сложно. О, перепрыгнул. Есть, друзья, и финишировал. Ну что же, ребят, на этом ролик заканчивается. Обязательно подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик и на большой палец вверх. Оставляйте свои положительные комментарии. Обязательно попадете в следующий ролик. Лучший комментарий, либо получите от меня сердечко в комментариях. Ну а с вами по-прежнему был Овер. Я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем удачи, ребят. Хорошего настроения, не болейте, успехов и пока-пока.